Мне, как и, наверное, большинству живых людей, приходилось испытывать разные чувства, разные эмоции и разные переживания. И были в моей жизни как и несчастные любви, как и разбитые сердца, так и счастливые любви и сросшиеся сердца. Поэтому, опять же, рассказать о какой-то конкретной одной истории, ну, это было бы даже забавно. А говорить о всем в общем, ну, наверное, вот в общем попыталась сказать. Фундаментом семейных отношений тоже такой очень серьезный вопрос, требующий такого глубокого анализа, но мне кажется, все-таки выделить можно внимание друг к другу, терпение друг к другу и желание, уважение друг к другу и желание все-таки эти семейные отношения сохранить. Наверное, вот что-то такое. Вот. А еще там был вопрос по поводу, посвящала ли я песню какому-то конкретному человеку. Нет, у меня не было, в принципе, если не считать песню из альбома «Пора», который назывался «Опять», который, к написанию которой меня смерть моей близкой подруги подвигла, то конкретному человеку я никогда ничего не писала и думаю, что не напишу, потому что все равно все внутри как-то перерабатывается, и все чувства, которые ты переживаешь за какой-то отрезок времени, отрезок жизни, они уже как-то выстреливают и складываются в какой-то конкретной песне. Поэтому выделить одного, или даже двух, или трех человек очень-очень сложно.